Всем привет, хеллоу, здрасте, девочки, мальчики, друзья, подписчики. С вами Крэш Паша, Паханчик, Пахшунчик. Бабушка! А в смысле, она не должна была сюда приходить? Офигеть, нет, 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 нет. Нет. Короче, сейчас покажу вам все. Вышло обновление Granny Dark Edition. То есть Granny Dark версия. Здесь мне сказали обнова, добавили много всего интересного. Как минимум, это страшные звуки, которые меня пугают. И кажется, если мне зрение не обманывает, у бабушки Гренни был нож. Нож, кажется, у нее был. Сейчас мы это проверим. Так, вот она спустилась. Довольно быстро-таки ходит бабушка наша. Ножом... Нет, она меня не ножом. Она не ножом меня. Я пытался убежать, я в капкан наступил. Офигеть. Так, что здесь есть? Пусто. Пусто. Мне сказали, много добавили, опять же. Фак. Нифига не видно. Вообще нифига не видно. Я пугаюсь собственной тени просто. Сейчас аптечку, аптечку надо, медкит надо. Офигеть. Где молоток? Походу молотка нету. Блин, давай, зрение, проходи. Вот молоток. К черту молоток, нам надо отхилиться. Так, нет капкана? Бабки нету? Быстро. Использовать. Бабушка, ты где? Стремно, капец. Так. Яблоко. Офигеть, это стрёмно. Она такая еще говорит, ай, сею. Мне мурашки по всей спине. У нее нож, смотрите. Она с мачете каким-то ходит. Бита, я не знаю, спасет ли она меня. А, блин, она ходит за мной. Нет, пожалуйста, не надо. А я не знаю, как от нее свалить. Так, давайте колючек экипировать. Использовать. Капец. Я там чуть не... Да чё там чуть? Я там обосрался, капец. Так, её не идет за нами? Так, что надо... Мне сказали, много всего добавили. Надо смотреть, что. Так, я камеру случайно достал. Секрет рум. Открыл. Открыл и валим. Хорошо. Она затупила. О, здесь убрали решетки, которые всегда были. Офигеть, офигеть, офигеть. А здесь убрали их? Нет, здесь не убрали. Здесь они убрали. Так. Я не знаю, куда идти, потому что очень страшно. Это кошмарная версия какая-то. И мне это не очень нравится. Короче, погнали во двор. I see you. Где она? Так, пока нету ее. Пока ее нету. Офигеть, это просто реально хоррор какой-то. Так, экипировать. Использовать. Использовать. Бабушка. Бабушка! 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 Бабулечка, пожалуйста, уйди. Она нас вообще гнобит по полной. Так. Давайте вот так присядем. Она нас пока не палит, мне кажется. Так, ключик использовать. Окей. Давайте тайную комнату заценим. Что-то есть здесь интересно? Бабушка сошла с ума, она ударила меня по голове битой. Как только я остановился здесь на машине, у меня сильное кровотечение, пытался вызвать помощь, но связи нету. Хорошо. Так, ремонт небольшой сделали, офигеть. Небольшой ремонтик, это хорошо. Нужен ключ. Что это? Тротики для арбалета. Офигеть, еще одно обновление. Офигеть. Так, куча дверей.
А эта дверь какая-то нерабочая. Там кровь есть. Кровь есть. Так, а здесь нужен молоток либо дротики. Офигеть. Фиг знает, фиг знает. Так. Отлично. А, здесь мы справляемся потихоньку. Еще дверь. Но она не работает. Так, что за ключ? От арбалета. Нужен арбалет. Бабушка! Нет, 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 нет. Она пойдет за нами? Как она тут оказалась? Ну, я, знаете, я, кажется, знаю. Это небольшой фокус, короче. А-а-а! Это специальная дверь для бабушки. Офигеть! Капец. Бабушка. Нет! Валим. Ключ. Экипировать. Использовать. Быстро. Быстро. Я не знаю, моток нам поможет или нет. Блин, дротики внизу, ладно. Надо ее как-то развести. Молоточек с собой возьмем на всякий случай. Бабушка? Капец, она теперь ходит везде за нами. Офигеть. Где она? Ё-моё! Ё-моё! Она медленно идет, но верно. Она хочет нас. Она хочет нас убить, мне кажется. И она с топориком этим, со своим мачетом ходит за нами. Это кранты, конечно. Так, здесь пусто. Ладно, потом. Там что-то двигать можно было. Что-то можно было двигать. Так, валим. Доски постараемся сломать сейчас. Не ломаются. Короче. Четко. Четко. Странная система, конечно. Ну ладно. О, смотрите, добавили новую комнату. Офигенно. Офигенно. Так, ну очень страшно. Что здесь? Еще что-то есть? Блин, спускайся. Папка по-любому где-то найдет, как сюда попасть. Смотрите, а, добавили обновление. Обновочка небольшая тут. Здесь немножко по-другому. Нужен ключ. А какой? Неизвестно. Ладно. Стоп, бабушка может же отсюда зайти. Ё-моё. Вот что добавили. Вороны нету. Да, сюда можно было попасть, только... Фиг знает. Фиг знает как. А как открыть? Не могу. Там ничего нету? Неизвестно. Так. Еще что-то есть здесь секретное? Вроде бы нету. Бабушку постараться застрелить. Ну, давайте попробуем, короче. Попробуем. Она здесь никак не спустилась случайно? А то, мне кажется, она может. Так. Мишка нам не нужен, мне кажется. Совсем. А вот молоток, в принципе. Давайте его возьмем. Может, те доски можно сломать с помощью молотка.
Блин, я опять застрял. No. Короче, я заново немножко вернулся после того, как застрял. Я пока мисс тут нашел отвертку, не знаю, поможет ли она мне как-то. И попытаемся стрельнуть в бабушку. А там уже посмотрим, что у нас получится. Так, комната, комната, комната. Что здесь есть? Это у нас кей YouTube. Хорошечно. Где папка? Мне страшно, мне страшно. Так, она в эту дверь должна выйти. Аккуратно. Мы там еще какую-то дверь видели, по-моему. Экипировать. Отвертку использовать. Где бабка? Так, молоток у нас есть? Нету? Нету бабки. What the fuck? What the fuck? Что делать? Вот так вот, вот так вот. Как тебя убить, бабка? Офигеть. А я не знаю, что делать. Давайте вот так пробежимся. Так, теперь вот так вот. Хопа, хопа, хопа. Да я знаю, что ты меня видишь. Дура ты старая. И вот так вот, вот так вот, вот так вот. Офигеть, офигеть. Быстро, 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 быстро. Страшный капец. Так. Анжела, привет. Блин, спускайся. Мы какой-то ключ должны найти. Я даже не знаю, может быть, в отсеке с отверткой мы его найдем как-то. Сейчас посмотрим. Молоточек с собой возьмем, конечно же. Нет. Молоток не помогает нам. Вот эта дверь не открывается вообще. Не знаю, что делать. Короче, побежали обратно. Быстро. Как волк. Арбалет. Так, не встаем. Не встаем в проходах. Валим. Быстро. Офигеть. Так. Бабушка здесь? Бабушка? Бабушка? Нету ее нету. Так, ютубер... Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! В смысле? В смысле ты здесь оказалась? Смотрите, пасхалки, Топси, Байкрэш, еще какие-то люди. Кровь! Как ты сюда попадаешь, дура? Дура, тебе не должно здесь быть. Офигеть. Надо валить. Так, все. Сама откроешь там. Так, теперь спускаемся вниз. Посмотрим, что у нас здесь. Пусто. Здесь тоже пусто. Блинский, блин. Ну, короче, девочки, мальчики, по-моему, мы нашли вообще почти все, что можно было. И что даже нельзя было. Пауку. Пауку не будем идти. Короче, если вы хотите продолжение, ставьте лайки, пишите комменты, что хотите продолжение. Что там еще? Все, в принципе, да. С вами был Крэш Паша. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы новые серии не пропускать. Всем спасибо. Всем пока. Пока.